Вот уже несколько лет русский публицист, философ и революционер Борис Яковенко жил в Италии. Новости из России приходили сюда с опозданием, но он внимательно следил за тем, что происходило на родине, собирая материалы для будущей книги. Названная «История Великой Русской Революции», она будет издана лишь в 1924 году. А пока ни Яковенко, ни его соратники и противники не знали, что Российская империя оставалась существовать всего два месяца. Вслед за драматическим 1916-м пришел год 1917-й. Он должен был стать для России и ее союзников победным в войне. На 17-й было запланировано решительное и масштабное наступление русских войск. Успехи русской армии позволили спасти от разгрома англо-французские и итальянские войска. Все свои надежды Франция и Англия возлагали на Россию. Союзники даже подписали с Россией соглашение, за которое русские правители боролись в течение многих веков. После войны под контроль России переходили не только Черноморские проливы, но и Константинополь, тогдашняя столица Турции, Стамбул. Надежды на скорую победу были обоснованы. Положение Германии становилось день ото дня тяжелее. Зажатая фронтами и военно-морской блокадой, Германская империя превратилась в страну, где недоедание стало нормой жизни. Продуктов не хватало. Карточки были введены буквально на все. На хлеб, масло, мясо, одежду. Зиму 1916-1917 годов в Германии прозвали «брюквенной». Этот овощ стал для многих едва ли не единственным блюдом. Германская пропаганда старалась как могла. Немцев пытались убедить, что дела не так уж плохи, и что курицу, к примеру, можно заменить жареной вороной, вкус у которой ничуть не хуже. Но нехватка продовольствия стала ощущаться даже на фронте. В это же время русская экономика вполне оправилась от шока. Тяжелая промышленность выпускала в три раза больше продукции, чем до войны. А по военным заказам производство выросло в 20 раз. Выпускались отечественные автомобили, броневики, самолеты. Были созданы электротехническая и радиопромышленность. Больше не было дефицита вооружения и боеприпасов. Страна полностью обеспечивала фронт всем необходимым. Но эти успехи давались непросто. Вырос государственный долг, росли цены. Борис Яковенко, живя в Италии, внимательно следил за тем, что происходило на родине. Из книги Бориса Яковенко «История Великой Русской Революции». К началу 1916 года Россия лишилась почти 300 тысяч квадратных верст богатейшей территории с населением до 25 миллионов человек, меж тем, как обширные прилежащие области находились в состоянии экономического паралича. Неприятелем было захвачено около 8 тысяч верст рельсовых путей. Во время боев погибло множество фабрик и заводов, и разорено было добрых два десятка провинций. 15 миллионов мужчин служили в армии, а каждый новый день войны уносил сотни человеческих жизней. Первая мировая война 1914-1918 годов привела к колоссальным человеческим потерям всех стран-участниц. Так, по различным данным, русская армия потеряла убитыми около 1,5 миллиона человек, ранеными – от 4 до 5 миллионов. В первые годы войны кадровый офицерский корпус был практически полностью выведен из строя. На смену офицерам с профессиональным военным образованием приходили люди, подготовленные по ускоренной программе. Достаточно сказать, что за три года войны в русской армии в офицеры было произведено больше лиц, чем за всю историю русской армии до начала Первой мировой.
пройдет всего несколько месяцев, и острая нехватка профессиональных военных приведет к тому, что вооруженные силы не смогут противостоять внутренним мятежам в российском государстве. В стране остро не хватало рабочих рук. Для нужд армии реквизировали 2,5 миллиона лошадей. В сельском хозяйстве начался спад производства. В 1916 году незасеянными оставались значительные пахотные территории. Все более тяжелой становилась жизнь и самого крестьянина. Известное всем понятие продразверстка появилось еще в 1916 году, то есть до прихода к власти большевиков. После объявления властями твердых цен на продукты, крестьяне начали прятать продовольствие, стремясь продать его подороже. В ответ правительство ввело в ряде губерний так называемую продразверстку, то есть принудительную сдачу крестьянами хлеба и других продуктов по фиксированным ценам, что вызывало недовольство в деревнях. Но большим городам, а особенно столице, было не до этих проблем. Перемен. В Петрограде страстно желали перемен. Большая часть населения с пониманием относилась к трудностям военного времени. В необходимости победы над врагом не сомневался почти никто, и ожидание этой скорой победы было вполне обоснованным. Исключение составляли либерально настроенная интеллигенция, а также оппозиционные политики и поддерживающие их крупные предприниматели. Они утверждали, что путь к победе лежит лишь через самые решительные изменения в российской политической жизни. Вся их деятельность сводилась к противодействию царскому правительству. Единства мнений в оппозиции не было. Одни считали, что достаточно произвести дворцовый переворот и посадить на трон либерально настроенного монарха. Лидер партии октябристов и депутат Думы Александр Гучков занимался организацией заговора против царя с участием военных. Другие твердили, что страну спасет только революция. Думские депутаты от оппозиции встречались с радикально настроенными революционерами, сотрудниками иностранных посольств и спецслужб. Многие из них были готовы на все ради свержения царской власти в России. Никому и в голову не приходило, что при этом рухнет само тысячелетнее государство. Россия виделась всем несокрушимо прочной, способной вынести любые испытания. Так они и говорили: «Сколько ни бей, все выдержит». Все ждали. Вот-вот что-то должно случиться. Но что случится? Какой масштаб примут события? Чем они обернутся? Не знал никто. Нового 1917 года в Зимнем дворце состоялся прием, на который собралась вся элита империи. К председателю Государственной думы Михаилу Родзянко подошел министр внутренних дел Протопопов. Александр Дмитриевич Протопопов окончил кавалерийское училище и Академию генерального штаба, но вскоре вышел в отставку. Крупный промышленник и землевладелец. Депутат 3-й и 4-й Государственных дум от партии октябристов. В составе думской делегации ездил в Англию. Английский король Георг V восторженно отзывался о нем в письме Николаю II. Некоторые современники сомневались в психическом здоровье Протопопова. Но мнение короля Георга, а также рекомендации председателя Думы Родзянко и министра иностранных дел Сазонова были столь значительными, что император назначил Протопопова министром внутренних дел. Еще недавно Александр Дмитриевич Протопопов был заместителем Родзянко в Думе. На его переход из оппозиции в правительство все изменил. Либеральные политики восприняли это как предательство. Протопопов лишь хотел поздравить Родзянко с Новым годом, но тот, не повернув головы, прокричал: «Вон, не прикасайтесь ко мне».
Этот случай обсуждал весь Петроград. Либеральная публика пришла в восторг. Родзянко вступил в открытый конфликт с царским министром и мгновенно превратился в кумира оппозиции. Протопопов не стал сносить оскорбления и вызвал Родзянко на дуэль. Тот поединок принял. Столица замерла в ожидании невиданного зрелища. В разгар тяжелейшей войны министр внутренних дел собрался стреляться с председателем парламента. В скандал пришлось вмешаться императору Николаю II. Царь попросту приказал министру отказаться от дуэли. И она не состоялась. Александр Дмитриевич. Но спокойствие в растревоженных умах не наступило. Приближалось 9 января, годовщина кровавого воскресенья. Я могу идти. Ступайте. Кровавое воскресенье. Расстрел шествия питерских рабочих с петицией к царю 9 января 1905 года. Войска применили против манифестантов огнестрельное оружие, в результате чего погибло свыше 1000 человек. Кровавая драма была результатом политических интриг и откровенных провокаций со стороны спецслужб и революционеров и послужила толчком к началу Первой русской революции 1905-1907 годов. 9 января ежегодно сопровождалось рабочими манифестациями, забастовками и массовыми беспорядками. Ждали их и в наступившем 1917 году. Ждали и готовились. Примечательно, что организацией всеобщей забастовки занимались не столько радикальные революционеры, сколько легальные политики, заседавшие в Думе. Либералы из так называемой рабочей группы при Центральном военно-промышленном комитете. Кроме того, оппозиция готовилась провести съезды военно-промышленных комитетов и организаций Земгора. В разгар всеобщей забастовки должны были открыться заседания Государственной Думы. Соединенными силами оппозиция собиралась нанести удар по власти. Военно-промышленные комитеты и Земгор создавались как общественные организации для помощи фронту на пожертвования частных лиц. Но к 1917 году все они в значительной степени финансировались государством, при том, что руководили ими в основном лидеры оппозиции. Невероятно, но именно структуры, существовавшие за государственный счет, готовили активное выступление и против царя, и против его правительства. Либералы раскачивали ситуацию как могли. Но в этот раз выступление не получилось. Власть запретила съезды. Некоторых активистов арестовали, а открытие Думы перенесли на более позднее время. В годовщину кровавого воскресенья рабочие провели забастовку. Но к социальному взрыву она не привела. Правительство выиграло этот очередной раунд политической схватки. Но, как выяснилось, эта победа стала для него последней. С 8 утра и до настоящего момента отмечается относительное спокойствие в массах. Митинги носят исключительно мирный характер. Как видно из докладов... Годовщина кровавого воскресенья прошла относительно спокойно. Министр внутренних дел Протопопов даже решил, что революция подавлена в зародыше, о чем и доложил царю. С министром внутренних дел соглашались и многие революционеры. И среди них Владимир Ульянов, более известный по одному из своих псевдонимов – Ленин. Владимир Ильич Ульянов-Ленин – сын инспектора народных училищ, получившего потомственное дворянство. Будучи студентом, примкнул к революционному движению. Неоднократно арестовывался, ссылался в Сибирь. Один из лидеров социал-демократической партии. После раскола партии на большевиков и меньшевиков возглавил ее большевистское крыло. В годы русско-японской войны активно сотрудничал с японским правительством, поставляя в Россию оружие и подрывную литературу, чем способствовал началу Первой русской революции. После ее окончания жил в эмиграции. Ярый сторонник политики террора. Тайно от членов партии организовал внутри Центрального комитета РСДРП группу под названием «Большевистский центр»,
которая добывала деньги для ленинской фракции с помощью грабежей, убийств и вымогательств. По некоторым сведениям, в годы Первой мировой войны через подставных лиц получал от немцев огромные суммы денег для подрывной и агитационной деятельности в России. Начало 1917 года застало Ленина в Швейцарии. В годовщину Кровавого воскресенья он выступал перед рабочей молодежью города Цюриха. Ленин говорил о причинах поражения Первой русской революции и мечтал о новой революции, которая должна была случиться в далеком будущем. Своим слушателям Ленин так и сказал: «Мы, старики, может быть, не доживем до решающих битв этой грядущей революции». Сам Владимир Ульянов уже 17 лет почти безвыездно жил в эмиграции и имел довольно смутное представление о положении дел в России, а его партия была довольно малочисленной. Куда влиятельнее были либеральные партии, заседавшие в Думе, конституционные демократы, сокращенно кадеты, за которыми стояла городская буржуазия и интеллигенция, а также октябристы, представляющие крупных землевладельцев, и прогрессисты, представители бизнесменов и банкиров. В январе 1917-го призрак революции, казалось, отступил. Некоторые оптимисты полагали, что она побеждена навсегда. Но тучи над Россией продолжали сгущаться. Нараставшая смута, бесконечные заговоры в верхах, ропот уставшего от войны народа – все это готово было в любой момент разразиться настоящей бурей. Так начальник Петроградского охранного отделения Глобачев докладывал: «Настроение в столице носит исключительно тревожный характер. Циркулируют в обществе самые дикие слухи, одинаково как о намерениях правительственной власти в смысле принятия различного рода реакционных мер, так и равно и о предположениях враждебных этой власти группы слоев населения в смысле возможных и вероятных революционных начинаний и эксцессов. Все ждут каких-то исключительных событий и выступлений, как с той, так и с другой стороны. Одинаково серьезно и с тревогой ожидают как разных революционных вспышек, так равно и дворцового переворота». Обстановка накалялась. Так называемая рабочая группа при военно-промышленном комитете продолжала организацию забастовок. 14 февраля, в день открытия очередной сессии Думы, в Петрограде бастовало около 100 тысяч человек. Рабочие устраивали потасовки с полицией. Появились революционные красные флаги. Зазвучали лозунги: «Долой войну! Да здравствует республика!» Впервые прозвучал еще один лозунг – «Хлеба!», хотя никакого намека на голод в стране не наблюдалось. В самой Думе и вокруг нее было тихо. Ее председателю Михаилу Родзянко император Николай II недвусмысленно дал понять, что в случае открытой конфронтации с правительством царь просто распустит Думу. Родзянко отношения с властью решил не обострять. И, открывая сессию парламента, в своей речи говорил о доблести русской армии. Но другой депутат произнес речь куда более радикальную. Звали его Александр Керенский. Александр Федорович Керенский. Сын директора гимназии города Симбирска. Примечательно, что эту гимназию закончил Владимир Ульянов-Ленин именно в те годы, когда отец Керенского был ее директором. Александр Керенский получил высшее юридическое образование в университете Санкт-Петербурга. Сотрудничал с революционными изданиями, был арестован, но освобожден за недостаточностью улик. Получил известность как адвокат, защищавший революционеров и восставших крестьян. Находился под негласным наблюдением охранного отделения под кличкой «Скорый» из-за привычки бегать по улицам, на ходу запрыгивая в трамвай. Один из лидеров российского политического масонства. Керенский был известен как прекрасный оратор. Выйдя на трибуну, он стал произносить слова, которых раньше не слышали стены Таврического дворца. «И вот я и спрошу вас, господа члены Государственной Думы, поняли ли вы, что исторической задачей русского народа в настоящий момент является задача уничтожения средневекового режима немедленно, во что бы то ни стало?
Как можно законными средствами бороться с теми, кто сам закон превратил в орудие издевательства над народом? С нарушителями закона есть только один путь – физического их устранения. Председатель поинтересовался, что Керенский имел в виду, и тот ответил. То, что совершил Брут во времена Древнего Рима. Марк Юний Брут был убийцей Юлия Цезаря, носившего титул римского императора. Намек Керенского был ясен. Он фактически призывал к физическому устранению императора. Это было неслыханно. Речь Керенского, пожалуй, чутьче всех других речей и общественных обнаружений, отражала в себе тот огромный потрясающий кризис, который с первых дней войны постепенно развивался в гигантском теле России. А к началу 1917 года уже окончательно назрел в нем во всех отношениях и направлениях и готов был разразиться неслыханной катастрофой. Речь Керенского вызвала большой скандал. Александр Федорович, вас ожидают. В любой другой стране, да еще во время тяжелейшей войны, человек, произносящий такие речи, был бы немедленно арестован. В Министерстве юстиции тут же подготовили ходатайство о лишении его депутатской неприкосновенности. Но председатель Думы Родзянко, получив бумагу из ведомства юстиции, вызвал Керенского в свой кабинет, где сказал: «Не волнуйтесь, Дума никогда не выдаст вас». Так и произошло. Власть пыталась привлечь Керенского к ответственности за подобные речи, но дело кончилось ничем. Шокирующие слова депутата всего лишь исключили из официальной стенограммы заседания, но сам он остался депутатом Государственной Думы. Гучков уже готовил план ареста Николая II. Заговорщики лишь ожидали отъезда императора на фронт, чтобы захватить царский поезд. Говорят, что узнав о выступлении Керенского в Думе, императрица Александра Федоровна сказала, что Керенского нужно повесить. Некоторые утверждают, что ее фраза звучала иначе. Керенского нужно повесить вместе с Гучковым. Предчувствуя грядущий бунт, власть еще пыталась его остановить. Рабочая группа при военно-промышленном комитете, которая занималась организацией забастовок, была арестована. Командующим Петроградским военным округом был назначен генерал-лейтенант Сергей Хабалов, который получил чрезвычайные полномочия, чтобы без лишних бюрократических проволочек подавлять массовые беспорядки. Сергей Семенович Хабалов. Российский генерал-лейтенант осетинского происхождения. Закончил Михайловское артиллерийское училище и Академию генерального штаба. Служил на штабных должностях, а также начальником различных военных училищ. С 1914 года военный губернатор Уральской области. В военных действиях участия не принимал. В 1916-м назначен командующим Петроградским военным округом. Старый тыловой службист. Хабалов не был ни строевым командиром, ни опытным администратором. Отсутствие у него опыта и решительности сыграло решающую роль в последующих событиях.
Делом первой очереди, стоявшим перед генералом, был вопрос отправки на фронт запасных батальонов. Их численность порой достигала 12-15 тысяч солдат, что превышало норму в десятки раз. Личный состав этих частей всеми силами стремился уклониться от отправки на передовую и сидел в тылу, проедая казенные пайки, за что их презрительно называли «Петроградским беговым обществом». Хабалов так и не смог организовать их отправку на фронт, отложив ее до весны. В результате в столице, где ситуация и без того была напряженной, практически без дела болталась огромная масса вооруженных солдат. Неспособность решить эту задачу могла стоить генералу должности. Но министр внутренних дел Протопопов уговорил не увольнять Хабалова. Сам Протопопов, завоевавший к этому времени полное доверие императрицы, также оставался на своем посту, несмотря на все требования оппозиционных политиков его уволить. Обстановка становилась все более напряженной, когда в ход событий неожиданно вмешалась погода. Для Российской империи этот фактор оказался роковым. В середине февраля в Петрограде начались снегопады и ударили 30-градусные морозы. Паровозы выходили из строя. Из-за снежных заносов железная дорога стала работать с перебоями. На различных станциях застряло около 6 тысяч вагонов. В результате возникли сложности с доставкой хлеба в Петроград. Вместо 450 вагонов, ежедневно доставлявших продовольствие в столицу, через заносы пробивались чуть больше 100. Запасы муки в Петрограде уменьшились почти в 3 раза. За годы войны это были первые перебои с хлебом. Но катастрофы еще не было. Российская империя, в отличие от Германии, не страдала от нехватки продовольствия. Проблема была в их нерациональном использовании. Значительная часть урожая 1916 года была просто придержана крестьянами, которые ждали удобного момента, чтобы продать зерно подороже. Эффект оказался неожиданным. Еще осенью по России поползли слухи, что хлеб подорожает в 10 раз. Обыватели пугали друг друга повсеместным введением карточек. К тому времени карточки уже были введены в Москве, Харькове, Одессе и ряде других городов. Но они распространялись только на дефицитные продукты, такие, например, как сахар. Но если в провинции с продовольствием были сложности, то Петроград их не знал вообще. Однако взорвалась именно столица. Перебои со снабжением подняли новую волну слухов, в том числе и о том, что хлеб скоро начнут продавать только по карточкам. В этой наэлектризованной атмосфере началась новая забастовка на крупнейшем заводе города – Путиловском. Главный город империи, Петроград, был крупным промышленным центром. Важнейшие заводы столицы – Путиловский, Обуховский, Ижорский, Александровский и завод «Арсенал» имени Петра Великого – были передовыми предприятиями мирового масштаба. Только на Путиловском заводе работало 36 тысяч человек. Всего же на 902 столичных предприятиях трудилось порядка 400 тысяч человек, что составляло пятую часть населения двухмиллионного Петрограда. Политические симпатии значительной части рабочего класса столицы принадлежали различным революционным партиям и организациям. Рабочие лафетно-штамповочного цеха Путиловского завода потребовали от администрации повысить заработную плату на 50%. Руководство завода соглашалось, но только на 20-процентное увеличение и немедленное возобновление работы. Такие условия бастующих не удовлетворили. Тогда заводоуправление заявило о закрытии цеха. В ответ на это решение прекратили работу и другие цеха. Реакция была жесткой. Администрация заявила, что Путиловский завод останавливает работу на неопределенный срок, а все без исключения рабочие будут уволены. Перед десятками тысяч путиловцев замаячила мрачная перспектива. В разгар войны остаться без средств к существованию. К тому же, с них автоматически снималось освобождение от военной службы, и в любой момент рабочие могли отправиться в окопы. Тем временем у продовольственных лавок Петрограда росли очереди. Запасы хлеба в столице были, ни о каком голоде речь не шла.
столица испытывала дефицит лишь в черном хлебе. Он был дешевле, его приобретали рабочие семьи, а потому именно за ним выстраивались длинные очереди. Ситуация не была критичной, в крайнем случае можно было использовать армейские запасы. Тем не менее, люди становились все более раздраженными. Посол Франции в России Морис Палеолог вспоминал о тех днях. «Сегодня утром у булочной на Литейном я был поражен злым выражением, которое я читал на лицах всех бедных людей, стоявших в хвосте, из которых большинство провело там всю ночь». С каждым часом, проведенным в очереди на морозе, озлобление людей росло. Достаточно было одной искры, чтобы вспыхнул бунт. Нету хлеба! Нету хлеба! И не будет сегодня! Хлеб! Хлеб закончился весь! Весь на фронт ушел хлеб! Кто грамотный? Что здесь написано? И так понятно, хлеба нет. Да вот же хлеб, вот, вон он его спрятал. Февраля возмущенные толпы стали нападать на пекарни и булочные, требуя хлеба. Царю об этих случаях не доложили. На следующий день император покинул столицу и отправился в Могилев, в ставку верховного главнокомандующего. Подготовка решающего весеннего наступления подходила к концу, и Николай решил, что его присутствие в Могилеве необходимо. Император снова предпочел сконцентрироваться на военных делах. Заняться решением внутренних проблем России он планировал после победы над внешним врагом. Заговорщики во главе с Гучковым давно ожидали отъезда императора. Они планировали захватить царский поезд и заставить Николая II отречься от престола в пользу сына цесаревича Алексея. У Гучкова имелись свои сторонники даже в высшем руководстве русской армии. Начальник штаба ставки верховного главнокомандующего генерал Алексеев, главнокомандующий армиями Северо-Западного фронта генерал Русский, бывший военный министр генерал Поливанов и другие. Заговорщики не сомневались в своем успехе. Однако столь быстрый отъезд царя на фронт стал неожиданностью и для них, спутав все карты. В царском селе осталась императрица, переживавшая тяжелый психологический кризис. А в Петрограде власть, представленная премьером Голицыным, министром внутренних дел Протопоповым и командующим Петроградским военным округом генералом Хабаловым. Им предстояло первыми встретить грядущие испытания. В дороге Николай II записал в своем дневнике. День стоял солнечный, морозный. Читал, скучал и отдыхал. О беспорядках в столице в дневнике не было ни слова. О погромах булочных императору не докладывали. О сорвавшемся нападении на царский поезд он также не знал. В решающий момент русской истории царь практически оставался в полном неведении о происходящем. Из книги Бориса Яковенко «История Великой Русской Революции». Революция началась с незначительного повода и разразилась затем с необычайной силой и быстротой, и в этом смысле неожиданно. Все чувствовали чрезвычайное политико-социальное напряжение, но никто не думал, что взрыв произойдет так быстро и что события разыграются так молниеносно. На
Наступило 23 февраля. В наши дни после смены календаря эта дата приходится на 8 марта. Как и сейчас, в то время в России отмечали Международный женский день, или, как его еще называли, День работниц. Впервые его отметили в 1913 году, и он еще не был общенародным праздником. В первую очередь это был праздник женщин, которые трудились на заводах и фабриках. День работницы всегда проходил бурно, с шумными манифестациями, а зачастую и с массовыми стачками. Так случилось и в 1917 году. Рабочие текстильщицы Выборгского района Петрограда объявили забастовку. Кроме того, в центре столицы массовая демонстрация требовала улучшения условий женского труда. Вслед за женщинами последовали и мужчины. Много среди них было бастующих рабочих Путиловского завода. Вскоре стачка охватила десятки предприятий Петрограда. К требованиям хлеба бастующие скоро добавили и политические лозунги «Долой войну» и «Долой самодержавие». По полицейским сводкам бастовало 87 534 человека на 50 предприятиях. В центре Петрограда митинги и демонстрации поначалу проходили спокойно. Но на рабочих окраинах уже громили полицейские участки и магазины, переворачивали трамваи. День выдался погожим. Благодаря этому на улицах оказалось много гуляющего народа, и толпы бунтовщиков росли подобно снежному кому. Здесь были подростки, студенты, рассерженные обыватели, городские бездомные и бродяги, и просто зеваки. Беспорядки с окраин грозили перекинуться в центральные районы Петрограда. Полиция оказалась к этому не готова. Часто лицом к лицу с тысячами рабочих оказывалась всего горстка полицейских. Сдержать толпу озлобленных и взвинченных людей городовые не могли. Кое-где полицейские пытались грозить манифестантам оружием. Но от этого становилось еще хуже. Городовых били, оружие отбирали. Однако это были отдельные случаи насилия в отношении стражей порядка. Чаще толпа протестующих вела себя не агрессивно. Демонстрации в основном носили мирный характер. В отдельных районах Петрограда подняли по тревоге казаков. Они считались надежной опорой царского трона. Уже не первое десятилетие власти привлекали казаков для борьбы с массовыми беспорядками и для разгона антиправительственных демонстраций. Так было во время Первой русской революции, так произошло и сейчас. В некоторых местах казаки вместе с полицией сумели оттеснить толпу, но протестующих было во много раз больше. Под ударами казачьих нагаек рабочие отступали, но не разбегались. Все чаще раздавались призывы на Невский. Параллельно с демонстрациями собралась на заседание Государственная дума. Царь перед тем, как уехать в Могилев, передал премьер-министру князю Голицыну свой указ о роспуске думы. В этом документе не было даты. Ее должен был проставить сам Голицын. Российский парламент, не зная, что находится в одном шаге от роспуска, продолжал свою работу. На события в Петрограде дума почти не реагировала, хотя о массовых демонстрациях знала. С утра здесь раздавались телефонные звонки. Однако наведение порядка в городе дума не обсуждала. Сведения о манифестациях депутаты использовали для новых нападок на царское правительство. Главным в повестке дня был продовольственный вопрос. Выступать в Думе пригласили крестьянина Козьму Егоровича Городилова.
Он начал с критики твердых цен. Низкие цены на хлеб погубили страну, убили торговлю и все земледельческое хозяйство. Крестьян снова закрепощают. Их заставляют засевать поля и отдавать хлеб по низким дешевым ценам. Выступление Городилова периодически прерывалось криками «Браво!». Депутат Андрей Шангарев, наоборот, требовал от крестьян уступок. Хлеб должен быть доставлен армии, населению, работающим на оборону и городам. Мы со своей стороны должны сказать с этой высокой трибуны: хлеб надо подвести, его надо сдать. Государственная дума должна сказать всем, кто имеет хлеб: дайте его. Не менее страстным стало обсуждение массовых забастовок и особенно стачки на Путиловском заводе. Депутат Матвей Скобелев начал свое выступление со слов о том, что страна с катастрофической скоростью двигается навстречу непонятным, но грозным событиям. Скобелев также взывал, но уже не к крестьянам, а к правительству, и требовал хлеба для голодных рабочих. В своей речи он задавал вопрос: что же происходит на улице? А улица продолжала бурлить. Полицейские заслоны и казаки были смяты. Толпа хлынула в центр и быстро заполонила два главных проспекта столицы – Невский и Литейный. Чтобы очистить Невский и Литейный от демонстрантов, власти стянули в центр Петрограда значительные силы полиции и казаков. Через час оба проспекта были свободны от митингующих. Пока городовые с казаками разгоняли народ, Государственная дума продолжала заседать. Депутат Шангарев заявил, что парламент должен потребовать от власти, чтобы та, наконец, решила продовольственную проблему или, как заявил Шангарев, убралась вон из государства. Закончилось заседание думы принятием резолюции, в которой правительству предлагалось улучшить снабжение продовольствием и привлечь к этому процессу представителей рабочих. Заседание закрылось. Депутаты разошлись. Почти никто из них не догадывался, что манифестации и стычки с полицией были началом новой революции. Вечером 23 февраля на совещание под председательством генерала Хабалова собралось высшее военное и полицейское руководство Петрограда. За порядок в городе теперь отвечали военные. Министр внутренних дел Протопопов, получив отчеты своих подчиненных, не обнаружил ни малейшего беспокойства. Решил, что имеет дело с волнениями из-за нехватки продовольствия. Министр даже предложил Хабалову выпустить воззвание к населению и объявить, что хлеба в городе достаточно. Протопопов сел в автомобиль и лично объехал центр города. После этой поездки министр убедился, что обстановка спокойная. На улицах было уже пусто, везде дежурили усиленные наряды полиции. В Петрограде установилось затишье. О событиях дня Министерство внутренних дел отрапортовало. К вечеру 23 февраля усилиями чинов полиции и воинских нарядов порядок повсеместно в столице был восстановлен. Императору, который ехал в Могилев, о случившихся массовых беспорядках снова не доложили. Глава государства по-прежнему не знал о том, что творится в его столице, и никак не мог повлиять на разворачивающиеся события. Все было готово к отпору. Но и революция уже готова была разразиться самым неудержимым и победоносным образом. Перевяжи концы вперед! Зачем это еще? Что это за мода такая? Чтоб тебя сзади не схватили. Троих наших уже так задушили.